которые вот в небеса, а потом нам свет. Вот мы говорим, солнце светит. Люди, которые живут на земле, и вот настоящие вот, вот труженики, вот это, вот это, вот они дают этот солнцу луч, и оно поэтому светит. Оно, вот я вот сейчас просто уверен, после вчерашнего нашего вечера, после нашего мы там ходили вчера, там вот из ГУЛАГа люди вышли из ГУЛАГа, и она книжку вот такой, двухтомник написала. Скажи фамилию, пожалуйста. Ну, не важно. То есть, очень важно. Не вали в одну кучу. И люди вот, и вот эти дают лучи небу, солнцу, и от этого земля держится, и все происходит, и мы держимся. Как праведники какие-то вот на земле еще держатся, и земля стоит и держится такими мастерами, такими людьми. Я вообще не ожидал даже, потому что я прихожу в комбинат, там это делать художники, скульптора, вон туда вот, знаешь, это, давай, понимаешь, ну там совершенно другое какое-то условие разговора, понимаешь, и от этого даже неприятно, да я готов. Но я не готов, вот что начинается разговор не с любви, с отношений, а начинается разговор с каких-то вообще претензий, там, это, что, чего, почем, как. А это все выливается вообще. Я тебе благодарен просто, спасибо. И это главное, вот это главное. Я даже выпить хочу взять за все сказанное, если можно. Коньяк 79-го года, да? В 79-м залито. Залито. Чуть-чуть. Спасибо, дорогой. Спасибо. Я все время хочу композицию одну сделать. Блин, так это самое. Никак не успеваю. Все уже в голове стоит. Сделай! Времени нет уже. Ну ладно, времени нет, а все замечательно. Давай, будь здоров. Похороны вот этих старых каникул хочу делать. А что, уже больше? Ну, таких нет уже. Да. У меня последний, я его... Так это все, да?